Маленькие винсполчане собираются по средам в детской библиотеке, чтобы вместе познавать мир литературы. Такие встречи уже получили признание со стороны и родителей, и детей. По-моему, уже год каждую среду в 11 часов встречаем здесь детей, которые не посещают детский сад, и приходят к нам с мамами, бабушками, нянями. И мы радуемся, что посетителей становится больше. Вот идет наш первый посетитель. Совсем маленький читатель в это утро пришел к нам. Маленький Винсент регулярно посещает библиотеку по средам вместе с бабушкой. Мы приходим, чтобы ребенок побыл вместе с другими детьми. В сад он не ходит, и мы развлекаемся здесь. К книгам мальчик проявляет все больше интерес и сам выбирает, какая книга ему больше нравится. О машинах ему больше всего нравится, о животных. Агрессивные книги ему не нравятся. Книги, в которых дерутся, его не интересуют. И мультики такие мы не смотрим. В основном только о животных и машинах. Даже летом, когда многие малыши уезжали отдыхать, в детской библиотеке по средам было многолюдно. Порой здесь собирались до 20 малышей. То, что детям здесь нравится, это хороший показатель. Многие дети уже ходят в детский сад, но им хочется, чтобы утром по средам они были свободны. Ведь тогда они могли бы прийти к нам в библиотеку. Каждое занятие проходит на определенную тему. Дети встречаются с книжными героями, рисуют, слушают сказки, рассказы. Как вы видите, в этот раз тема 1 сентября. Большие дети уже складывают азбуку в сумки, а малышам Пингус рассказывает о своем первом дне в школе. Работники библиотеки верят в то, что если детей с детства знакомят с услугами, предлагаемыми этим учреждением, то и в будущем нехватки читателей не будет. Татьяна Саксаганская, Солвета Деманте, Марик Сумленный, Курзумское телевидение.